Здравствуйте. Пришло время поговорить о событиях рязанской действительности. Что случилось, о чем спорят, чего хотят, да и вообще, что происходило сегодня в столице области, дорогой нашей Рязани. Коротко о главных темах этой среды. На учет возьмусь, а воевать не стану. Рязанцы интересуются, чем обусловлены масштабные сборы резервистов в России. Дорожников к ответу. Рязанский губернатор обрушился с критикой на начальников, ответственных за ремонт улицы Циолковского в Рязани. Что с утра горело, чей скелет нашли в Скопине и что такое зарытки, обзор происшествий, вызвавших резонанс в Рязани и районах области. А теперь перейдем к подробному изложению событий. Сегодня утром горожане недовольно, а потом проснувшись. Окончательно тревожно наморщили носы. В воздухе отчетливо пахло гарью, как это было в том самом пожарном 2010 году. Так что наше редакционное утро началось с телефонного обзвона оперативных служб. Поначалу толком нигде ничего узнать не удалось. ЧП не зарегистрировано. На сегодняшний день каких бы то ни было лесных возгораний также, слава богу, нет. Немного позже все-таки стало известно, что да, был пожар. И не где-нибудь, а на городской свалке. Огонь на главной мусорнице Рязани тамошние брандмейстеры победили своими силами. Пожарные подразделения МЧС к тушению не привлекались, а дым над городом понемногу развеялся. Гораздо более невеселое дело было в Скопине, на территории очистных сооружений, которые по своей мрачности может и поспорить со свалкой. Вчера здесь обнаружен скелет пропавшего в прошлом ноябре местного жителя. Дело не попало в долгий ящик, скопинские следователи возбудили уголовное дело в отношении другого местного жителя, который подозревается в убийстве. Фабула типична для так называемой бытовухи. По данным следствия, 23 ноября 2013 года в одном из домов, расположенных в городе Скопине, подозреваемый в ходе возникшего на почве распития спиртного конфликта причинил 53-летнему мужчине резную рану шеи, от которой тот скончался на месте. С целью скрыть преступление, тело погибшего было вывезено на территорию городских очистных сооружений. Очень похожее дело раскрыто и в Спасском районе. Только там несчастного убиенного, ставшего жертвой пьяной разборки, отвезли не на очистные сооружения или на свалку, а в чисто поле у деревни с символическим названием «Зарытки». Еще более символично звучит название поселка, в котором произошла трагедия – «Спирт заводской». Тут уж поневоле вспоминаются древние сказки о нехороших местах. На днях стало известно, что в России решено провести войсковые тренировки и учения с призывом граждан из запаса вооруженных сил. Проходят сборы с этого августа по октябрь. Так называемые партизаны, взрослые, небритые, слегка поддавшие дядьки в старой военной форме, это не те персонажи, которые будут участвовать в военном проекте. Начальники от Минобороны сообщают, что сейчас в России формируются категории так называемых резервистов. Это профессиональные, грамотные люди, имеющие хорошую военную квалификацию. Недавно, общаясь с журналистами, первый замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-майор Евгений Бурдинский заявил, что это плановое мероприятие, оно никоим образом не связано с событиями на Украине. Сегодня у нас в программе комментарии на горячую тему, которая на самом деле, похоже, не является столь уж обжигающей. Ситуация на Украине по-прежнему никого не оставляет равнодушным. Мало того, практически все события, происходящие в нашей стране, так или иначе оказываются или как минимум кажутся связанными с боевыми действиями на юго-востоке соседней республики. И это совсем не удивительно. Все мы в той или иной степени напуганы и боимся войны. На этом фоне указ Владимира Путина о призыве на военные сборы офицеров запаса не только породил немало слухов, но и послужил поводом для многих действительно ждать войны. Наша съемочная группа решила развеять сомнения и отправилась в областной военкомат, где нас сразу же заверили, что никакого отношения к событиям на Украине или где-либо еще указ главы государства не имеет. Военную подготовку запасников проводят каждый год, и нынешний просто не станет исключением. Но это плановая работа, вы понимаете, здесь никакого ажиотажа делать не надо. Это просто кому-то взбрело в голову соединить вот эти два направление плановой работы Министерства обороны и событий на юго-востоке Украины. Зря они так делают. Это все лишнее. Кроме того, военный комиссар рассказал, что на данный момент все те, кто был необходим на сборах в силу особой военной специальности, уже находятся в частях. А за то, что ради этого запасникам пришлось на время пожертвовать работой, они получат денежную компенсацию. Так что война отменяется, все идет по плану, а ждать повесток и заново привыкать к кирзовым сапогам, по крайней мере, пока не нужно.
А скоро ведь и в школу не очень-то любят такое напоминание дети, зато для многих взрослых оно становится руководством к действию. Службы к сентябрю готовятся почище самих школьников. Так, например, дорожные инспекторы сейчас проверяют состояние дорожно-транспортной сети около школы детсадов. Многие ребятишки, вернувшись с каникул, первое время пребывают в какой-то первобытной эйфории, летая через оживленную трассу так, как это делали еще недавно, скажем, на даче или в бабушкиной деревне. Между тем, по данным ГИБДД, на переходах вблизи школы либо знаки не видны, либо дороги состоят из ям до ухабов. А как известно, зачастую водительское внимание приковано прежде всего к ним, а не к тому, что происходит впереди. Олеся Харлина продолжает тему. До учебного года 2,5 недели. Школ в городе много, но вот где именно они располагаются, знают, пожалуй, только учителя, сами дети и их родители. В Рязани так. Дорога есть, но разбитая. Дорожные знаки присутствуют, но поросли кустами. Горизонтальная разметка была, но размыта. Все это превращает движение в районах школ в лотерею и для водителей, и для учеников. Только в июле сотрудники госавтоинспекции составили 12 административных протоколов за ненадлежащее содержание уличной дорожной сети на должностных лиц. Рядом с этой проезжей частью располагается школа номер 8. Хочется отметить, что по данному участку уже есть судебное решение, что владелец дорог должен привести в надлежащее состояние. Тут мы прекрасно видим, что ветками загорожены дорожные знаки. Вот состояние проезжей части оставляет желать лучшего, потому что каждая ямка это отвлекает любого водителя от тех участников дорожного движения, тех пешеходов, которые хотят пересечь проезжую часть, и состояние дорожной разметки. То есть ее надо обновлять. И таких примеров пока хватает. Например, в школу номер 54 дети идут прямо по проезжей части ввиду отсутствия тротуаров. Непорядок. Большинство недостатков планируется ликвидировать уже к новому учебному году. Эти самые наши эх-дороги стали камнем преткновения на вчерашнем заседании регионального правительства. Губернатор Олег Ковалев был не на шутку рассержен тем, как идет ремонт рязанских дорог. В частности, начальственный гнев пал на головы ремонтников, в чьей ответственности наведение порядка на улице Циолковского. Если сам Константин Эдуардович все больше смотрел в звездное небо и просчитывал космические трассы, то попадет сегодня на Рязанскую улицу имени себя, всех дорожников потребовал бы на Марс закинуть, не иначе. Все равно, дескать, от них на нашей планете толку мало. Губернатор Олег Ковалев на заседании правительства, которое состоялось 12 августа, потребовал обеспечить качественное проведение дорожных работ на улице Циолковского в кратчайшие сроки. Реконструкция улицы началась еще в конце весны, и по сей день, кроме дырок в асфальте, ничего особо нового здесь не появилось. Как делалось через коленку, так и делается. Я проезжаю, по-моему, в пятницу мы проезжали по ней. Ни одного рабочего я там не увидел. Всю дорогу развалили, бордюров набросали по всей улице, и ничего не делается. Это что такое? Улица Циолковского – одна из самых оживленных в Рязани. Плотный поток транспорта утюжит и крошит и без того поврежденный асфальт. Также немаловажным вопросом стало обеспечение комфортного и безопасного пересечения дороги пешеходами. Там надо соблюсти переходы пешеходные, там надо сделать переезды людям, чтобы колясочники могли двигаться и так далее. Налепили бордюров, которые стоят на 10 сантиметров, на 15 выше газона. Тротуары не обордюрены в результате с этого газона. Куда вода пойдет? Ну вот кто-то может догадаться с трех раз. Наверное, все догадаются, куда на тротуар пойдет вода. Губернатор на заседании правительства региона был крайне возмущен халатностью дорожников в столь масштабной и ответственной работе. Я говорил, давайте покрытие просто сделаем на улице Циолковского. Ничего, поживет, подержится, будет бедненько, но чистенько. Нет, давайте мы ее реконструируем. Ну давайте. Уговорили. До конца недели исправить. Не то, что дополнительных денег город не получит. Эти деньги изымут. Так что в ближайшее время Рязань будет ждать результатов. Может быть, еще до зимы нам и удастся покататься на улице Циолковского по новому асфальту. Здесь уже все зависит от того, насколько действенным окажется справедливый губернаторский окрик для горе-мастеров дорожного дела.
Сегодня в Рязани проходит второй день акции «Река жизни». Этот проект призван активизировать сбор донорской крови для нуждающихся. Традиционно августовский этап приурочен ко дню рождения цесаревича Алексея Романова, самого известного в России больного гемофилии, речь нарушением свертываемости крови. Заболевание известно в медицине еще с 12 века. 110-й годовщина появления на свет последнего прямого российского престола наследника, напомним, отмечалась вчера, а сегодня утром на донор пункте снимал репортаж Наталья Новикова. В Рязани проходит 62-я донорская акция «Река жизни». Как всегда, в августе она приурочена ко дню рождения последнего российского царевича Алексея, который, как известно, был болен гемофилией, неизлечимым генетическим заболеванием, от которого и в наше время страдают тысячи человек. Акция «Река жизни», направленная на возрождение безвозмездного донорства крови в Рязанской области, проходит в регионе уже более 10 лет. За это время при участии добровольцев было собрано около 10 тысяч доз крови. Огромное спасибо всем донорам, кто участвует в этих акциях, кто безвозмездно сдает свою кровь. Пожелать всем донорам доброго здоровья, счастья и успехов, чтобы они всегда помнили, что есть люди, которые нуждаются в переливании крови. Сдать кровь, чтобы спасти жизнь другому, что может быть благороднее, естественнее и проще. К счастью, среди жителей нашего города немало людей, неравнодушных к чужому горю. И каждая река жизни дает шанс на жизнь тем, кто в нем нуждается практически ежедневно. Вот что сподвигло на такой поступок хороший? Может быть, спасу или помогу хотя бы кому-то жить подольше. А зачем это делать? Чтобы помочь другим людям. Не страшно, не больно? Ну, первый раз только страшно, больно. Потом еще привыкаешь и никаких неприятных ощущений нет больше. Еще один репортаж от Натальи Новиковой в сегодняшней программе. По заданию редакции она приняла участие в другой акции, организованной активистами регионального отделения Либерально-демократической партии России. Здесь вот уже несколько лет работает своего рода комитет народного контроля, который занимается непосредственной проверкой исполнения законов в нашей области. Причем верные своей традиции соколы Жириновского идут сразу, что называется, в народ. А это не может не импонировать избирателям. Народный контроль ЛДПР в действии. Проект существует уже несколько лет, с 2011 года. И все это время партийцы помогают людям в решении их проблем, следят за соблюдением действующих норм и законов. На днях вместе с нашей съемочной группой рязанские либерал-демократы решили разобраться с незаконной продажей пива и сигарет несовершеннолетним, что, несомненно, является распространенной проблемой, в том числе и в нашем городе. После поступивших жалоб жители одного из домов по улице Московское шоссе на палатку, в которой любой подросток может беспрепятственно купить как алкоголь, так и сигареты, мы вместе с активистами регионального отделения ЛДПР отправились проводить контрольную закупку с тем, чтобы убедиться воочию, что факты нарушений имеют место быть. Здрасте. Миллер, три бутылочки и парламент. Там? Нет, есть пакет. Да. Парламент какой? Аку. Разбирай, пацаны. Как мы и ожидали, проблем у ребят не возникло, несмотря на то, что совершеннолетними они отнюдь не выглядят и таковыми не являются. Чистота эксперимента полностью соблюдалась. А единственное, о чем побеспокоилась женщина-продавец, есть ли у покупателей пакет, чтобы все спрятать и, по ее выражению, не светиться. То, что мы сейчас увидели, это грубое нарушение законодательства. И наша задача, как молодежная организация ЛДПР, это предотвращение нарушений законов, которые принимаются. А как граждан Российской Федерации мы должны предотвращать такие грубые нарушения. Остается надеяться, что по данному факту правоохранительные органы проведут проверку. И подобные случаи в нашем городе, если не прекратятся совсем, то хотя бы будут происходить реже. Мы будем стараться восстанавливать те нарушенные права людей, восстанавливать законность, следить за тем, чтобы те законы, которые принимаются у нас, те законы, которые у нас порой не до конца, наверное, действуют, работали на всей территории, по крайней мере, Рязанской области. На мой взгляд, задача политической партии как раз в этом и состоит, чтобы обеспечивать законность в том числе. И народный контроль ЛДПР в этом нам поможет. Так что, если вы стали свидетелем или, не дай бог, жертвой каких-то незаконных действий, обращайтесь в народный контроль ЛДПР. Здесь вам всегда придут на помощь.
Это был последний на сегодня репортаж программы «Время говорит». Через несколько секунд начнут работать студийные камеры проекта «Подробности». Сегодня вас ждет подробный разговор с Олесей Самойленко, жительницей города Ждановка, что находится в Донецкой области. Женщина приехала к нам прямо из пылающего региона, оттуда, где идет война, где каждый день погибают мирные люди. Стоит послушать рассказ человека, который видел, что происходит на юго-востоке Украины. А у нас на сегодня вся информация. До встречи в эфире.